Сейчас вам что-то покажу. Пришло время тушить говядину. Она у меня мариновалась со вчерашнего дня. Вчера ее порезала. И было лень ею заниматься. Я ее пересыпала специями и в холодильник отправила. Сейчас буду тушить. Долго-долго. Нудно-нудно. Аля Бефстроганов. Сейчас бы кушать стейк из мраморной говядины. Но приходится есть жилистую, вовсе не мраморную. И вообще, может быть, стать вегетарианкой. Двойные стандарты. Это ужасно. Да, человек это хищник. Люди хищники. Закинула цибульку. Даже сейчас чуть-чуть еще потушится, пожарится. Залью водичкой, добавлю томатика какого-нибудь, сметанки. И пусть тушится долго-долго. Перчик, сольку. И вуаля. Некоторые не любят мясо с томатом. Не понимают. Я люблю все. Я люблю со сметаной и с томатом. И без сметаны, и без томата. И без ничего. Я люблю все. Я, например, обожаю чахохбили. Это есть на кулинарном канале рецепт идеального чахохбили. Это рецепт с идеальными пропорциями. И получается вкуснейшая курица. Может быть, рецепт оставлю под видео, если не забуду. Я успела уже загрузить видео на YouTube. Второе уже за сегодняшний день о том, как я учила испанский язык. Да, я серьезно. Можете посмотреть это видео. Ссылочка под этим видео. Так, сейчас бухну сюда побольше сметанки. И пусть еще со сметанкой потушится. Блин, Эдик, наверное, себе сметанку бережет на творожок. А я на Аля Бефстроганов. Ну ладно, Эдик, прости. Прости меня. Ты прости меня. Говорят, что когда говорят прости, это считают себя виноватым. А когда говорят извините, тогда не считают себя виноватым. Надо же, я сказала прости. Значит, я считаю себя виноватым. Да. Все, пусть тушится. Можно было еще сюда, конечно, сметанки бахнуть. Ну ладно, я будет недоволен. Налила сюда еще водище. Пускай тушится. Я еще сегодня сделала дело, помыла раковину. Умывальник. Мы же собираемся выезжать, поэтому надо же помыть раковину, умывальник. Унитаз помыла. Там еще моется, моется там еще. Налила туда ежа, чтобы сиял по возможности, насколько это возможно. Блин, сейчас намою и уезжать. Можно не уезжать. Можно здесь остаться. О, начинает кипеть потихоньку. Ну, пусть кипит, пусть кипит. Ой, вы не думайте, что много воды. Вода испаряется со скоростью звука. Так, а я пока повышиваю, пока мясо тушится. Займусь полезным делом и приятным. Полезным и приятным. Класс. Все, считай, готово. Получается так густенько. Мяско уже мягенькое. Насыпала сюда сушеной зелени. Такой себе. Непонятно, что за блюдо. Булькающее. Мне очень аппетитно, а вам? С огурчиком.
Классно. Хлебушек помотать. Наверное, выключаю. И пусть немножко остынет. Оно такое вкусное, что я бы сковородку съела. А где заработать денег на сковородку? Ну, не получится. Я столько не зарабатываю. Придется обжираловку отменить. Сейчас вам что-то покажу. Жу-жу-жу. Видите? Вы ее видите? Загадывайте желание. Загадали? Я загадала. Слепой дождик. Яблоки падают на голову. Вон висит. Висит яблоко. Блин, какая камера хреновая в этом телефоне. Не держит кадр. На улице хорошо. Свежо. Свежо и приятно. А здесь я оставила сушку. Она уже высохла. Ну, ее немножко набрызгал дождик. Не, он ее совсем не намочил. Все здесь отлично. Отлично. Пусть еще здесь постоит, потому что муравьев много всяких. В ней ползают. Ой, ну какая красивая радуга. Какая красивая. Это одна первая этим летом. И, наверное, последняя. Потому что уже лету конец. Впереди осень.